В подразделениях МРЭО, ГИБДД, МВД по Донецкой Народной Республике сотрудники полиции приняли от жителей республики более 174 тысяч заявлений на обмен водительских удостоверений. Замена удостоверений на право управления транспортными средствами будет проводиться до 1 января 2026 года. До конца этого периода необходимо заменить водительские удостоверения, выданные ранее регистрационными подразделениями Донецкой Народной Республики или Украины. Обменять водительские удостоверения можно в любом МРЭО ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике, независимо от места регистрации и проживания. Замена водительских удостоверений на российские производится при предъявлении водительского удостоверения, а также паспорта гражданина Российской Федерации или вида на жительство в России, и осуществляется без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, а также без взимания государственной пошлины. Фотографирование на водительское удостоверение проводится непосредственно в МРЭО ГИБДД. Водительские удостоверения образца Российской Федерации выдаются гражданам в день их обращения.